Всем привет, дорогие друзья! Думаю, каждый из вас слышал о супер нашумевшем в последнее время приложении под названием TikTok. Здесь есть абсолютно все, начиная со смешных вайнов и заканчивая милыми роликами про котиков. Но также здесь существует жанр роликов, который вы все хорошо знаете, а именно лайфхаки. Поэтому я решил отобрать самые лучшие, на мой взгляд, лайфхаки, которые мне удалось найти в этом приложении и показать их вам. Если вам понравится это видео и вы хотите увидеть вторую часть лайфхаков из ТикТока, давайте наберем 10 тысяч лайков. Как только вы набираете нужное количество, я сразу же начинаю снимать вторую часть. Все зависит от вашей активности. Итак, поехали! Начнем с того, что в ТикТоке есть куча коротких роликов о том, как подтянуть свой английский. Поэтому сейчас я покажу вам несколько лайфхаков, которые помогут вам в изучении иностранного языка. Без четкого понимания, зачем вам нужен английский язык, далеко в его изучении не продвинешься. Как насчет того, что владение языком в среднем повышает доход на 30%? Мотивация может быть и любой другой, но если конкретной причины изучать английский нет, возьмите за основу эту. Как именно наращивать словарь, правил нет. Тот случай, когда все средства хороши. Одно из средств – тематические карточки. Подобрали 100 слов из раздела «Еда», записали по слову на карточку, с одной стороны написание и произношение, с другой перевод, и повторяйте, как выдастся свободная минутка. Одним из самых эффективных средств изучения иностранного языка являются песни. Образы из песен врезаются в память, а с ними слова и фразы. А еще прослушивание песен помогает улучшить произношение и знакомиться с актуальным, а не книжным языком. Отлично, английский язык мы подтянули. Сейчас я покажу вам несколько лайфхаков из TikTok, которые помогут вам сэкономить деньги. Копейка рубль бережет. История как раз про дисконтные карты, которые многие не заводят из-за банальной лени или по причине много не сэкономишь. В далекой перспективе сэкономить можно вполне себе серьезную сумму. И вообще, зачем дарить, пусть даже копейки магазину, если можно положить их в свой карман? Перед походом в магазин проводите инвентаризацию холодильника и шкафчика и составляйте список необходимых продуктов. Это позволит купить все нужное, плюс немного лишнего, а не бессмысленно потратить деньги. Запланируйте пару дней в месяц, в которые будете тратить деньги на удовольствие. Это может быть поход в ресторан, покупка деликатесов, визит в салон красоты. Запланированная расточительность позволяет держать себя в руках все остальное время. Кроме того, что играть в игры и сидеть в соцсетях на телефоне можно зарабатывать. Для начала переходим по ссылке, проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение на телефон или компьютер, а лучше на все сразу. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же хотите зарабатывать с телефона, то нужно нажимать на данное оповещение, смотреть рекламу и также получать деньги. Кстати, после регистрации можно будет получить бонус в виде $5. Если хотите зарабатывать больше, то просто приглашайте своих друзей по реферальной ссылке. Заставь свой телефон работать на себя. Ссылка в описании. Без ущерба для себя можно сэкономить на электроэнергии, воде и других коммунальных расходах, если отнестись к потреблению рационально. Например, выключать свет, выходя из комнаты. Или не считать ворон в душе. А также пользоваться посудомоечной машиной, вместо того, чтобы тратить кубометры воды на мытье одной кружки. Сложно копить деньги бесцельно. Ради чего, собственно, стараетесь? Придумайте для себя вдохновляющую цель. Именно она будет останавливать вас от лишних покупок. Именно она будет мотивировать вас откладывать в кубышку. Без нее очень трудно запретить себе тратить свои же деньги. Окей, мы сэкономили чуток денег, и поэтому можно перейти к лайфхакам, которые помогут сэкономить энергию на вашем смартфоне. Активный GPS-модуль – один из главных пожирателей батареи. Причем чем хуже прием, тем больше расход энергии. Смартфон затрачивает ресурсы, чтобы найти хороший сигнал. Не пользуйтесь навигатором, отключите GPS. Литий-ионные аккумуляторы на морозе быстро теряют заряд. Чем холоднее, тем быстрее батарея садится. Чтобы смартфон критически быстро не разряжался, держите его во внутреннем кармане куртки и пользуйтесь гарнитурой. Избегайте любых экстремальных температур, и не только со знаком минус. Не держите смартфон под палящими лучами солнца. Помни о том, что оптимальная температура для пользования телефоном – от 16 до 22 градусов. Избавьтесь от ненужных программ.
Многие из них имеют дурную привычку стартовать автоматически и запускаться даже тогда, когда вы ими не пользуетесь. Посмотрите список программ и удалите все, что валяется по причине «авось когда-нибудь пригодится». Так, телефон в порядке, отлично. Сейчас я покажу вам несколько лайфхаков для школьников из TikTok. Установите жесткий контроль над социальными сетями. Как правило, они пожирают огромное количество времени, до нескольких часов в день. Лимитируйте это время, к примеру, по 15 минут утром, в обеденный перерыв и перед сном. Кстати, интернет можно использовать более эффективно. Например, изучать с его помощью учебный материал. Как правило, в учебниках он преподносится скучно, но в исполнении какого-нибудь блогера или в виде научно-популярного фильма заходит на ура. Можно играть в ролевые игры. К примеру, усадить плюшевую игрушку или живую собачку напротив и максимально доходчиво и интересно донести новый материал до слушателя. Про мультизадачность скажем коротко. Никакой мультизадачности. Это только усложняет и замедляет учебный процесс. Взялись за одно дело, доведите его до конца. Переключаться с одного учебного материала на другой или хуже делать одновременно несколько дел – в сущности пустая трата времени, какой бы привлекательной идея мультизадачности вам бы ни казалась. Когда мы говорим про учебу, имеем в виду физический ресурс, возможности тела вообще и головного мозга в частности. Ресурс этот исчерпаемый, а его нужно подпитывать. А это значит, что для эффективной, легкой и радостной учебы чрезвычайно важно хорошо выспаться, правильно питаться и заниматься спортом. В здоровом теле здоровый учебный дух. А сейчас я покажу лайфхаки из TikTok для людей, которые работают в интернете. Спланируйте распорядок дня. Это только кажется, что ненормированный режим – это свобода выбора и действий. Нашей психике нужна стабильность. Систематизируя режим работы и отдыха, управляйте временем, а не время управляет вами. Составьте четкий и внятный план, во сколько ложитесь, во сколько встаете, какое количество часов работаете, когда отдыхаете во время работы и так далее. Работать в пижаме или уютном халате с мишками строжайше запрещено. Заведите рабочую одежду, переодевание в которую будет сигнализировать о начале процесса. И наоборот, снятие рабочей одежды отправит мозгу сигнал «можно расслабиться». Есть мнение, работа на дому – это работа в постели. Если вы считаете так же, срочно избавьтесь от этой привычки. Во-первых, постель перестанет ассоциироваться с отдыхом. Во-вторых, неизбежно ухудшится осанка. Нормируйте приемы пищи. Дома возникает высокий соблазн устраивать чайные или кофейные паузы каждые 5 минут. Каждая такая пауза не только ворует время, но и отвлекает. А вовлечься обратно довольно сложно. Кроме того, вы же не пьете чай или кофе просто так. Наверняка с чем-нибудь. А это чревато лишними килограммами. Закройте социальные сети. Вас ничто не должно отвлекать. В первую очередь социальные сети. Это только кажется, что тратите на них одну минуточку. Минуточки по факту выливаются в часы. И это не преувеличение. Ну а сейчас я покажу вам парочку крутых лайфхаков, которые помогут снять стресс. Медленное глубокое дыхание лежит в основе всех психофизических техник расслабления. Такое дыхание помогает снять спазмы, гипертонус мышц и успокоиться, а значит расслабиться. В ситуации чрезмерного напряжения, когда эмоции выходят из-под контроля, пользуйтесь техникой обратного счета от 10 до 0. Обратный счет требует сосредоточения внимания. Не до волнения. Досчитав до 0, начните считать в прямом порядке и, дойдя до 10, снова обратно. Через пару прогонов полностью и глубоко расслабитесь. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Напоминаю, что если на этом видео набирается 10 тысяч лайков, я приступаю к съемке второй части лайфхаков из ТикТока. Также, если ты еще не подписан на канал, то пора это исправлять. А для того, чтобы не пропускать выход новых роликов, нажимай на колокольчик. Так тебе будут приходить уведомления о выходе новых выпусков. До скорых встреч!